В Испании система «шведский стол», когда все, что видишь, в тарелку себе гребешь, называется буфет. И вот в этом отеле абсолютно типичный завтрак для большинства испанских отелей. То есть всякие нарезки, мармелад, масло, кофе, чай, сухие завтраки. И написано, что обязательно 5 каких-то горячих блюд. Ну, каких? Написано вон яйца жареные, яйца вареные, что там, сосиски, бекон жареный и что-то там еще. Посмотрите, как все это выглядит. Для тостов натертые помидоры, булочки, хлеб, оливковое масло, нарезка из фруктов, копос. О, ничего себе, рюмки с шампанским, бокалы для шампанского. Сейчас мы скажем мужу про это. Горячие сосиски, омлет, жареный бекон. Ну и все такое прочее. Три вида соков. И кофемашина. И обезжиренное молоко. Мы позавтракали, но эту бутылку с шампанским так никто пока и не открыл. Видимо, здесь у них тоже считается, что по утрам шампанское пьют либо аристократы, либо дегенераты. La bodega с вином. Ой, даже с пылью есть. Ну, вообще, если будет удочка с крепкой леской и с хорошим крючком, порыбачить здесь, конечно, можно. Шучу. Потому что здесь вон охрана какая хорошая. Не-не-не, я пошутила.